Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин провел открытый урок по физкультуре в одной из школ Актобе. Роль учителя пловец примерил в рамках социального проекта «Физкульт-Ура». Как и полагается, занятие началось с разминки. После этого Дмитрий совместно с еще одним олимпийцем Юрием Мельниченко показали ребятам упражнения, разработанные специально для школьников. Сам урок проходил в интерактивной форме. Преподаватели вместе с учениками выполняли все задания. Сейчас все-таки в большинстве школах не делают упор на физкультуру, все-таки больше математика и такие языки, да, точные науки. И на физкультуру дети приходят уже уставшие и не имеют желания, наверное, хорошо заниматься. Но это прежде всего их здоровье. Здоровое поколение наше молодое – это будущее нашей страны. Сейчас мы по регионам начали работать, и поэтому в каждый город мы заедем.